приветствую всех, кто зашел именно на наш канал New Technology, чтобы посмотреть очередную новинку из мира мобильных девайсов. С вами Юля, и сегодня я буду говорить о компании Asus, которая провела пресс-конференцию под заголовком «Мы любим фото» в Риме, в ходе которой познакомилась с особенностями своей новой линейки смартфонов Zenfone 4. Как заявил производитель, эти аппараты призваны удовлетворить запросы каждого покупателя. А если учесть, что у нас рядовых пользователей их довольно немало, то посмотрим, насколько компании Asus это удалось. Начнем с флагмана Asus Zenfone 4 Pro. Первое, что я отмечу, так это процессор Snapdragon 835, который производится по 10-нанометровому технологическому процессу. В нем вам будут доступны 8 ядер Крио 280 с максимальной тактовой частотой до 2,45 ГГц и видеочип Adreno 540, плюс 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенные 64 или 128 ГБ формата UFS 2.1. Весь этот тандем гарантированно даст высокую скорость работы всех приложений на аппарате. Есть поддержка карт памяти microSD емкостью до 2 терабайт. Также энергосберегающая технология FinFET позволит более долгой работе устройства. Второе, на чем делает упор компания в своем новом флагмане, так это фото и видео возможности. Для реализации своих амбициозных планов компания Asus оснастила Zenfone 4 Pro двойной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Вот о них я и поговорю более подробно. Основная камера на 12 мегапикселей, где размер пикселя равен 1,4 микрона. Использует фотоматрицу Sony IMX362 размером 1 на 2,55 дюйма. Обладает 6-элементным объективом, апертурой f1.7, углом обзора 83 градуса, светодиодной вспышкой, 4-осевой оптической стабилизацией изображения 4 ступени, датчиком цветокоррекции для улучшения баланса белого и естественной цветопередачи, системой высокоскоростной за 0,3 секунды автофокусировкой 3TECH, куда входят лазерная с трехкратным увеличением расстояния, двухпиксельная фазовая и следящая. Каждый пиксель фотоматрицы поделен на две области, которые помогают отследить движение объекта съемки посредством сравнения попадающего на них количества света. Благодаря этому Zenfone 4 Pro способен быстро фокусироваться даже в условиях низкой освещенности. Вместе с технологией Asus SuperPixel, которая увеличивает светочувствительность 8 раз, можно получать достаточно качественные снимки даже ночью. А благодаря датчику цветокоррекции, который определяет тип используемого освещения, смартфон Zenfone 4 Pro способен делать фотоснимки с максимально естественной цветопередачей. В настройках камеры можно выбрать режимы съемки Pixel Master, автоматический, он стоит по умолчанию, улучшение портрета, портрет, профессиональный с поддержкой формата RAW и выдержкой до 32 секунд, суперразрешение 48 мегапикселей, анимация GIF, панорама, замедленная съемка, замедленное движение и 9 различных фильтров. Дополнительная 16-мегапиксельная камера обладает функцией двукратного оптического и десятикратного общего увеличения, фокусного расстояния 50 мм и идеально подойдет для съемки крупным планом или приближения удаленных и маленьких объектов. Переключение между камерами осуществляется моментально, а в портретном режиме они задействуются одновременно, чтобы получить оригинальный визуальный эффект. Высокому качеству фотографии также способствует процессор обработки изображений от Qualcomm Spectrum, обеспечивающий быструю фокусировку, плавное масштабирование и улучшенную точность цветопередачи. Объективы обеих камер защищены от царапин прочным сапфировым стеклом. Есть запись видео, которая поддерживает формат 4K Ultra HD с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Помимо двух тыловых камер, у смартфона Zenfone 4 Pro имеется высококачественная 8-мегапиксельная фронтальная камера с быстрой фазовой автофокусировкой, предназначенная для съемки красочных селфи. Она наделена фотоматрицей Sony IMX319 с крупными пикселями 1,4 микрона
и большой апертурой f1.9. Также обладает фокусным расстоянием 22 мм и углом обзора 87,4 градуса. В сочетании с процессором SuperPixel, который интеллектуально устраняет шумы, данная камера позволяет получать высококачественные снимки в различных условиях. Есть система трехосевой электронной стабилизации изображения, которая минимизирует эффект смазывания при съемке с рук. Кроме этого, технология Asus Selfie Master поддерживает множество различных режимов съемки, позволяющих получать довольно качественные фотографии. В смартфоне заявлены два динамика с интеллектуальным усилителем T-Smart Amp, три микрофона с технологией шумоподавления, поддержка аудиоформата 192 кГц на 24 бита, что в 4 раза лучше по сравнению с компакт-дисками, технология DTS Headphone, формирующая виртуальный пространственный звук в формате 7.1 при использовании наушников. Для настройки параметров аудиосистемы служит специальное приложение Audio Wizard. Zenfone 4 Pro продолжает дизайнерские традиции серии Zenfone. Тонкий алюминиевый корпус смартфона изготовлен методом наноформовки. Две тыловые камеры полностью встроены в корпус, поэтому задняя панель устройства является абсолютно плоской, а передняя панель почти целиком занята 5,5-дюймовым экраном с узкой рамкой в 2,1 мм. И передняя и задняя панели смартфона покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 5 с закругленными краями, плавно переходящими в металлическую грань. Аппарат оснащен 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем формата Full HD 1920 на 1080 точек, что сформирует плотность пикселей в пределах 401 ppi. Экран обладает высокой яркостью 500 кандел на метр квадратный и широким цветовым охватом более 100% цветового пространства NTSC. Цветовая температура экрана настраивается с помощью датчика освещенности и технологии Asus Splendid, что обеспечивает высококачественное изображение. Специальная технология Asus True to Life автоматически оптимизирует параметры изображения при выводе на экран видеороликов. Анализируя каждый пиксель видеоряда, она интеллектуально изменяет контрастность и резкость картинки, чтобы сделать его более реалистичным. Кроме этого, Zenfone 4 Pro использует датчик освещенности, чтобы скорректировать яркость экрана в соответствии с окружающими условиями. Например, при просмотре видео на улице при ярком солнечном свете. Поддерживается 10-пальцевый емкостный сенсорный интерфейс с поддержкой режима в перчатках, есть олеофобное покрытие. В смартфоне Zenfone 4 Pro стоит ось Android 7.1.1 Nougat с эксклюзивным пользовательским интерфейсом Zen UI 4, который прост в освоении и предоставляет удобный доступ ко всем функциям мобильного устройства. Среди его новых возможностей можно отметить автоматическое распознавание лиц с расстановкой меток в приложении «Галерея», систему экстренной коммуникации в случае происшествий и удобную закладку для веб-страниц. В смартфоне Zenfone 4 Pro реализована поддержка самых современных стандартов связи – 2G, 3G, 4G LTE. Беспроводные интерфейсы, двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 с окончанием AC с антенной конфигурацией 2x2, который способен передавать данные на скорости до 866 мегабит в секунду и работать в режиме беспроводной точки доступа, раздавая интернет другим устройствам. Также Bluetooth 5-го поколения, Wi-Fi Direct, NFC. Навигация представлена GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Сканер отпечатков пальцев, разблокировка которого заявлена за 0,3 секунды, с поддержкой 5 отпечатков пальца. Также есть поддержка двух сим-карт в режиме ожидания, порт USB Type-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Оснащен смартфон емким литиополимерным аккумулятором на 3600 мАч. Что означает, что смартфон Zenfone 4 Pro способен долго обходиться без подзарядки. Например, при просмотре видео время его автономной работы достигает 21 часа. Сама же подзарядка осуществляется быстро за счет технологии Boots Master. Зарядное устройство обеспечивает мощность 18 Вт,
Поэтому 5 минут у розетки будет достаточно для телефонных разговоров в течение 2 часов. При этом сам аккумулятор будет защищен от перегрузки. Также заявлена поддержка хранения данных Google Диск объемом 100 ГБ бесплатно на 1 год. В комплект поставки войдут сам девайс, гарнитура Asus Zen Air Pro, кабель USB Type-C, шпилька для извлечения лотка для SIM-карт, зарядное устройство с разъемом USB, техдокументация и чехол. Zenfone 4 Pro доступен в 2 классических цветовых вариантах – белом и черном, и с различными вариантами встроенной памяти на 64 ГБ и 128 ГБ. Габаритные размеры аппарата составят 156,9 на 75,6 и на 7,6 мм при весе 175 грамм. Zenfone 4 Pro поступит в продажу в середине октября по цене около $600. Предзаказ будет открыт 2 октября. Zenfone 4 будет отличаться от своего старшего брата наличием 8-ядерного процессора Snapdragon 630 или 660. Также заявлена поддержка карт памяти microSD емкостью до 2 терабайт. В числе особенностей также значится дизайн, красоту которого подчеркивают бриллиантовая окантовка граней и переливающаяся на свету концентрическая отделка корпуса. Защита стеклом Gorilla Glass 5 будет только на передней поверхности корпуса. В основной камере изменения коснулись апертуры, которая будет f1.8. Светочувствительность выше в 5 раз. Вместо 8 в старшем брате. Заявлена фазовая автофокусировка и следящая. Дополнительная 8-мегапиксельная камера обладает широкоугольным объективом на 120 градусов, 200% увеличенным полем обзора и фокусным расстоянием 12 мм. Также нет записи в 4К разрешении. Фронтальная камера на 8 мегапикселей с апертурой f2, фокусным расстоянием 24 мм и углом обзора 84 градуса. Заявлен 5,5-дюймовый Super IPS дисплей формата Full HD и яркостью экрана 600 кандел на метр квадратный. В принципе, в плане экрана это единственное отличие. В Zenfone 4 будет только 2 микрофона с технологией шумоподавления. Есть отличия и в сетевых стандартах. Чтобы не перечислять, покажу наглядно. Емкость батареи здесь составит 3300 мАч с функцией быстрой подзарядки. Zenfone 4 с процессором Qualcomm Snapdragon 660 поставляется с зарядным устройством 18 Вт, но заряд снижен до 15 Вт в целях защиты. Zenfone 4 с процессором Qualcomm Snapdragon 630 будет поставляться с зарядным устройством 10 Вт. Размеры составят 155,4 на 75,2 и на 7,5 мм при весе 165 грамм. Цвета будут белый, мятно-зеленый, черный. Данная модель уже доступна в предзаказ на сайте Asus. Цена его будет в пределах $400. Бонусом предзаказа, который продлится до 2 октября, станет внешний аккумулятор ZenPower. Его получат 150 первых покупателей. Технические характеристики и комплектация могут отличаться в зависимости от региона. В принципе, смартфоны получились достаточно интересными и в плане производительности, и в плане фото- и видеовозможностей. Осталось только решить для себя, подходит ли вам цена. Ну а на сегодня все. Оставайтесь с нами и не пропустите наш следующий обзор. Комментируйте, подписывайтесь и ставьте лайки. С вами был канал New Technology. Bye-bye!